Всем привет, меня зовут Дархан, и это разговорное видео про игру «Ходячие мертвецы». Да, все скажут, что то, что «Ходячие мертвецы» мы уже знаем и все такое, но есть и другие люди, которые вообще не знают, что такое игра «Ходячие», и про них вообще никто не знает, как, что это за игра. И мы сейчас, я сейчас расскажу. «Ходячие мертвецы» было выпущено в 2012 году, самая первая часть. И это было самой крутой игрой, которая только что вышла. Там атмосфера была крутая. И еще много диалогов. И там есть даже выборы. Да, они большинство бесполезные, но все-таки есть. И там и ваши выборы влияют на мир. Хотя это ложь. И это компания Turtle Games, выпущена в 2012 году. На то время они выпустили еще и вы можете его знать по Minecraft Story Mode, Batman и Волк среди нас. Они тоже, кстати, в эту игру выпущили. Ну, про ходячие мертвецы я могу сказать, что там главный герой Ви. А в втором сезоне это Клементина, а в третьем сезоне мы будем играть за Хорея Гарсия, четвертый тоже Клементина. А пятый сезон будет, наверное, через 2 или 3 года, так как компания Turtle Games обанкротился. Из-за этого они не смогли сделать пятый сезон «Ходячие». Но, к счастью, в 2012 году они все-таки не обанкротились, и они наконец-таки у них появились деньги. То есть какая-то компания заплатила за то, чтобы они сделали еще одну игру. И первая игра была в 2012 году. Очень хороший. Даже начали выпускать прохождение, и он собрал 30 миллионов копий. 30 миллионов копий, Карл. Графика на то время была очень такой, ну, маленький. Вот, посмотрите сами. А теперь компания Turtle Games тоже сделала еще одну игру. То есть они сделали... Первый сезон «Ходячие», то есть изменили графику, тут все такое, цветокоррекцию и все такое. Да. И в первом сезоне мне очень сильно понравился. Я раньше играл, и мне так хорошо было, ё-моё, я получил кайф от этой игры. Эта игра была самой лучшей для меня в то время, 2012 года. Ну, на то время тоже был Minecraft Story Mode, Minecraft, GTA 5 и GTA Vice City. Но «Ходячие мертвецы»... Это были самые лучшие дни. О, да. Антагонист в этом «Ходячем мертвеце» тоже есть антагонист. Её только один. Его никак не зовут, так как его имя он даже не сказал. А главный герой — это Ви и Кенни и другие там Катя и Дак. Остальные я не буду говорить, так как вы должны сами поиграть в эту игру, и тогда вы узнаете, что такое настоящие «Ходячие мертвецы». Эта игра была сделана над мотивом комикса, то есть Стивена Кивинга, и там вы можете видеть Хершела Грина. И вы даже можете увидеть Хершела Грина, который у него есть ферма, да. И мы, кстати, узнаем, как умер его сын. Вот, я сейчас покажу. И мы узнаем то, что Хершела Грина, его сына убили ходячие, вот так вот. То есть, если вы читаете комиксы, то вы, наверное, не знаете, почему умер Хершел Грин, то есть его сын. А оказывается, Шон Грин умер из-за того, что ходячие напали на него. Да, бедный сын. Любим, скорбим, и земля тебя пухом. Надеюсь, тебе понравилось видео, так как я потратил очень много времени, и ты, надеюсь, поставишь лайк на это видео. И давайте наберем еще 5 лайков, и тогда я сделаю еще один разговорное видео о проходящем мертвецы. Да. И еще со сравнением. И даже игроки сделаю. Ну что ж, пока-пока!